Но мы пытаемся не отстать. Запустили вот эти две мультимашины. Одна грузоподъемностью 80 тонн, вторая 100 тонн. То есть одновременно вторая машина может вывести два самосвала по нагрузке. А первая, вот где бак стоит и кольца стоит, она одновременно завозит туда кольца на монтаж. Там ключ дай! Это сколько у нас уже? Полкилометра почти? 427 метров, да. Перед нами камера, куда полностью заходит мультимашина. И здесь находится бункер сброса породы, а впереди находятся эльфера, которые забирают кольца и уже грузят их на тюбинг. Когда щит идет, несмотря на то, что он большой, 450 тонн, 96 метров, но усилие породы на роторе, на вращении больше 5 меганьютонов. То есть для сравнения, легковой автомобиль это 400 ньютонов, 400 килоньютон в среднем. А у нас 5000. И все, за нами уже порода. Сколько нам еще, не помните? Нам еще идти? Да. 850 метров. Да. Это означает еще, грубо говоря, 3 месяца? Нет, это 4. 4 месяца? 4 с хвостиком. Ну, мы постараемся за 4 пройти. Зараз, незважаючи на багато перепон, ми профінансували наперед, і на яких у нас форс-мажорів не передбачається. Ключове завдання для киян, як вже казав, Мостицький проспект Правди повинен бути відкритий до кінця наступного року. Всі фахівці кажуть, що все йде за планом.